Тверских школьников познакомили с вооружениями разных эпох. Интерактивная выставка прошла в стенах средней общеобразовательной школы номер 11. На месте побывала и наш корреспондент Наталья Федорова. Более 50 школьников ознакомились с выставкой «Четыре эпохи воинской славы Твери». История побед русского оружия, татаро-монгольского ига до Великой Отечественной войны. И все это с наглядным примером – историческими доспехами воинов. Данная встреча уникальна тем, что школьникам не просто рассказали про историю России и Тверского края, но предоставили отличную возможность примерить на себя вооружения разных эпох и, конечно же, сфотографироваться. Познакомиться с вооружением помог Алексей Виноградов. Член регионального отделения Союза десантников уже не первый год организует выездные выставки. А все для того, чтобы по-настоящему показать и рассказать молодежи, насколько силен русский народ даже в самые тяжелые времена. Наши вооруженные силы доблестно сражаются на территории проведения специальной военной операции. Но мы понимаем, что фашизм, конечно же, будет побежден во всех его проявлениях. Но наша смена, это как раз те молодые ребята и девчонки, которые сейчас учатся в школе. Выставка была создана региональным отделением Союза десантников 5 лет назад и уже насчитывает более 200 экспонатов, многие из которых имеют многовековую историю. Неимоверный интерес к древней истории проявляют не только мальчики, но и девочки, которые с удовольствием примеряют на себя довольно тяжелый шлем и кольчугу. Очень интересно, познавательно. Очень прикольно то, что можно там вот это все примерить на себя даже. А тяжело? Ну да, вот тяжело. Примерив доспехи, подержав деактивированные образцы реального боевого оружия разных эпох, школьники не только, что называется, прикоснулись к истории, но и ощутили себя ее частью. Теми, кто со временем сам станет защитником Отечества от любого врага.